Всем привет! Это новый влог, и с этого влога я начинаю раскручивать свой инстаграмчик. Тикток — это мало, нужно делать все. Скоро я публикую тот самый видос с полицейской тачкой. Все, погнали! А вы что, думали, только инстаграм? Нет. Сейчас мы еще работаем и на ютуб. Сейчас мы разносим дом девочек из свитхауса. Фух, жаркий день. Какие деньги? Егор! А вы про какие деньги говорите? Мы должны были там быть! Вот и съемочки подошли к концу, все было очень круто. Да. Ну, еще и немножко избивать меня тут. И наконец-то я здесь, на этом месте, выложил тот самый видос с полицейской тачкой. Сейчас у меня 66,4 тысячи подписчиков в инстаграме. И интересно, сколько же будет к концу этого влога. И да, я все время забываю говорить, подписывайтесь на все мои соцсети, ссылки в описании. Подписывайтесь! И да, я надеюсь, что этот влог получится не таким кривым и тупым, как предыдущие. Я из Питера не выложил столько моментов, просто... Но у нас еще будет время, чтобы облетать весь мир и наснимать столько крутого контента. Все впереди. И да, влог начинается. Мы сейчас сидим с Настенькой в авиапарке. Я наконец-то сейчас пошу свой видос. И вот сейчас в инстаграмчике принимаю свои запросики. Вот у меня уже 67,1. Дальше больше. Так вот, я же хотел информативных влогов с тусовок. Так вот, как проходят наши тусовки. Мы чиним окно, которое сломал он. Ну вот, я и снова на этом канале. Меня уже очень много дней не было на ютубе, но... Как я провожу свои дни? Снимаю тупые тиктоки вот в этом авиапарке. Как же меня авиапарк уже задолбал. Там очень-очень-очень непонятный контингент людей. Из-за этого мне авиапарк не нравится. Ну, как-то так. Уже 6 миллионов набрал. Так что пока в жизни ничего, кроме тиктоков, интересного нету. Мы кидаемся глистами. Это что? Это Паша! 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 Тот самый Паша из первых влогов! Это я, офигенно! Наконец-то мы с ним встретились. Это опять твой друг Ютуб, блядь? Да, это мой друг Ютуб. А, привет, Ютуб! На свои глисты! Забирай свои глисты, Паш! Паша! Мы с тобой, мы в безопасности. Мы в безопасности. Ах да, что я хотел сказать. Сегодня Хэллоуин, и я просрал Хэллоуин. Я не нарядился в грим, как хотел. Я не ходил по квартирам, как хотел. Конфеты или жизнь? Конфеты или жизнь? Что, влог снимаешь? Да, 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 это влог продолжается. Сегодня мы снимаем клип, но не мне, а вон той прекрасной Анечке Лексакпис. Короче, тут все снимают клип, а мы с Акимом тупо угораем. Всем привет! Это мой новый модный влог. Сегодня я иду с самым популярным школьником Акимом Максимовым по Кузнецкому мосту. Почему-то на меня очень мало людей смотрит, но это не важно. И сейчас мы идем вон туда. Очень информативный влог. И вот, наконец, этот день настал. Я купил себе 12 Pro, но не Max, но все же новый iPhone. Наконец-то самый-самый новый, на который будет твориться столько контента. И информативность. Как начинается утро пижамной вечеринки? Делает уроки, я ем с ютубчиком, Артем залипает, она... Вот. Ну что же, информативный влог, информативное утро. Сейчас тусили там, сейчас едем сюда. Куда? На Арбат. Информативные влоги. Мы приехали на Арбат поснимать тики-таков, но сейчас случилось то, что мне нужно ехать в авиапарк снимать рекламу, потом еще куда-то, я не знаю, успеем ли мы что-то сделать. Мы сейчас идем в поисках девочек, чтобы снять быстро 2 тиктока, потом летим в авиапарк, и дальше мы, скорее всего, поедем куда? На тусить. Да, ну... Но вы все увидите. Да. Сейчас возник такой вопрос, а почему мы сейчас едем в метро? Мы же только что были на Арбате. Потому что у нас всегда все идет не по плану. Мы набрали в ритуале по бартеру на 30 тысяч рублей. Йоу, куча флипла, вот это вот все наше. Как же мне нравятся продуктивные дни, потому что мы сегодня сделали очень много дел, сняли много видео, сняли рекламу, встретились со всеми. Ну и наконец-то мы сейчас едем на тусовку. Мы сейчас садимся вот сюда вот и едем не знаем куда. Мы приехали, вот такая вот тут местность, и это очень-очень сильно похоже на одну тиктокерскую дачу, которая была в первых моих влогах. Эйку, мы наконец-то залетели на хату, вот наше офигенное спальное место. Короче, ребята, что ты скажешь про эту тусовку? Туса прикольная, туса четкая. Сейчас мы пойдем все показывать. Слышишь? Вот такого трумпу, смотрите, как нам все, что факты. Короче, мы тут оказались в зоопарке. Тут охрененные люди, ну реально все добрые, все хорошие вроде бы. Авторские права, авторские права. Мутим авторские. Ребят, здорово, мы пройдем тут немножечко. Вот, ну короче, я вам немножко показал тусу, вот такая вот тусовка. И сейчас мы идем танцевать. Ребята! А я во что-то мокрый наступил. Блин, я тоже.
Короче, ребята, была очень классная туса, но мы очень сильно устали и типа вымотались. А так день классный, и завтра будем снимать тики-токи. Good morning всем, ребята. И вот так вот заканчивается этот день вот с этим прекрасным человеком. Я его так и не показал с такой вот офигенной прической. Никогда не угадайте, куда я приехал. The Angels Home. Новый хаус. Первый раз в жизни приехал. Первый раз в жизни. Мы просто его каждый раз кидавали. Так, ребят, подождите, мы же блогеры. Стойте, давайте все приветствия на камеру сделаем. Не-не-не, я сплю. Здорово, ребята. Ой, как красиво. Ребята, просто сходу рум-тур. Вот такой вот у нас очень классный новый хаус. Такая вот классная неоновая подсветка. Доброе утро в новом старом хаусе. Еще, наверное, все ребята спят. Посмотрите, в какой крутой комнате я сейчас нахожусь. С таким вот прекрасным балконом. Доброе утро! Пока все спят, я пойду позанимаюсь спортом, поем, что-нибудь поделаю. Ну вот так мы уже начинаем завтракать, и дальше, я уверен, будет у нас очень продуктивный день, так что следим, ждем, смотрим. Вот такой вот у меня завтрак. Я на ПП, еще и кашка вот такая вот. Да, как-то я немножко забыл про YouTube, потому что мы снимали тиктоки, а сейчас мы готовим, что мы готовим? Курицу в панировке. Еще один день начинается, конечно же, с тиктоков, снимаем тиктоки. Регин, ты живая? Я даже не рассказал планы на день. Регин, какие у нас планы на день? Что мы будем делать сегодня в хаусе? Так, сейчас снимаем видосы в ТикТок. Мы снимаем ТикТоки, и после этого сейчас снимем ТикТок, и все. А там Славу кто-то носил. Слава, иди сюда, мой сладкий пирожочек. Блядь, еще один, вы занимали, блядь. Погнали. Вот, такой вот у нас хаус. Ломики, ебаные. В смысле? Это просто ТикТок хаус, ничего такого. Иди сюда. Дай поцелуйся. Ну вот мы и наснимали тиктоков, а теперь, ребята, всем приятного аппетита. Не успел, ну ладно, все, мы кушаем. Настенька нам приготовила вот такой вот ужин, или это обед, или что вообще? Что-то между обедом и ужином. Чувствую себя как в общаге. Все, наконец-то настала зима, и у нас теперь... Что? Настенька, давайте ASMR-сторис. Скажи мне, сейчас ностальгия пропирает после вот этих вот всех пейзажев снежных. Папочка! Батя в здании. Пап, передай привет. Пап, передай привет моему YouTube каналу, пап. Привет, забытое всем чмо. А это никого не интересно. Вот, мы наконец-то снимаем снова прятки в новом доме The Angels Home. И мне кажется, сейчас будет интересно, Слав. Давай, делай мне контент. Что тебе делать, блядь? Вообще, Андрей, конечно, делает. Андрей, сделай мне контент. У вас есть ровно 5 минут для того, чтобы спрятаться. Мы в итоге решили вчетвером спрятаться на крыше, надеясь, что Слава нас здесь не найдет. Мы закинули Аню на крышу. Знаете, что получилось? Я тоже поднялся наверх. Я не понимаю, как это получилось, но мы на крыше нашего дома. Никто не был здесь. Мы второпроходцы. Я мечтала здесь побывать. Женщина! Я сказал, что вы там нахера пугать-то, а? Почему я не успел это снять? Слава! Привет! Мы не знаем, как слезть, мы тут уже 50 минут. Да, мы очень замерзли. Два, один. Сейчас канал один, снимай, снимай. Ничего не надо. Снимай, со стороны. Снимай. Так, давай. Давай. Так, давай. Саш, давай. Ты первый будешь испытывать. Прыгай, Саша. Можешь прыгать, да. Все, все, все. Там невысоко был. Твоя очередь. Ань, давай. Ну, короче, как-то вот так вот мы поиграли в эти прятки. Классно. Я уже опять устал сидеть немножко в хаосе, чуть-чуть вот устал и поеду куда? Куда я еду? Домой в авиапарк. Да! Наконец-то я приехал в нормальный хаос авиапарк. Поснимали тиктоки, поиграли снежки. И сейчас снова в авиапарк. Просранный день в авиапарке. Как же я устал от авиапарка, потому что тут так мало адекватных людей. Но иногда здесь бывает Костечка Ки... Охренел, Бось, где-то сыграть сейчас. На первом этаже. Мерни! Ооо, пойди.
Информативные влоги продолжаются, и сегодня мы вот с этими ребятами из Grand House взяли что? Правильно, говно. Мы взяли покушать фастфуда. Дина, у меня шлем из PUBG, у Кости новые классные трусы. Этот влог, информативный влог, какой-то вообще не информативный, мне он не нравится. А я тебе доверял! Она не поймала. Костичка! Чего, Саша? Я хотел сказать, что я люблю тебя! Я люблю тебя тоже, Саша! То по сугробам свой хаос я пришел. Вот ребята кушают, ребята снимают тиктоки, рабочее пространство. Мне это нравится все, но я сейчас лягу спать, потому что я очень устал. Спокойной ночи, ребята. Хаос лайф продолжается, и мне очень нравятся мои просмотры в ТикТоке. 6,7 миллионов подписчиков, но... Очень маленькие просмотры, хотя я их пытаюсь адаптировать под свою аудиторию, но я не унываю, я дальше продолжаю снимать. И если продолжать работать усердно, усердно работать, то когда-нибудь что-нибудь точно получится. И чем упорнее мы будем работать, тем быстрее мы добьемся того результата, которого мы хотим. Так что я пошел снимать дальше тики-таки. Видеоурок. Пейтон, дай, пожалуйста, видеоурок, как ты снимаешь повы. И потом, Саш, дай ну, мне пожалуйста. Пожалуйста. Ну, да я не буду мешать, я просто со стороны посмотрю, как ты снимаешь. Убью. Ну, пожалуйста. Я сейчас убью. Да, я смотри, я не мешаю. Нет, я не мешаю. Мне любой человек мешает. Я не мешаю. Пейтон меня не хочет учить снимать пловы. А, Слава одевает обувь и выгоняет меня из хаоса. Ну, ладно, Слава. Да, вали, я пошел. Быстрее, вали отсюда. Сейчас я не видел. Чувак, я тебя не видел, иди отсюда. Окей, Слава. Все, уезжаем. А что, да, потом? Слава не хочет сниматься в моих клубах. Слава, почему? Потому что я занят. Потому что они никогда никуда не выходят. Они выходят. Даня, ты снимешься у меня во влоге? Да, конечно. Расскажи нам что-нибудь. Ты можешь меня снимать будешь? Я же тебя снимаю. Да? Широкую балку типа? Ну да. Ну, граждане, направляемся мы в Москву сейчас. Такой вот дружной компании. Сзади сидит 4 человека, нарушаем правила ПДД. Нет, это все фотомонтаж, вам кажется. Привет, информативные влоги. И сейчас мы опять в лайнере. И я очень хочу сейчас кушать. Поэтому мы идем кушать. Вот девочки нас приютили, как всегда. И сейчас мы, Артем, куда идем? Правильно, мы идем за едой. Как же я хочу жрать, жрать. Мы же фуд-блогеры. И вот я вам хотел бы сказать, что я буду есть. Так я вам вот воду и показываю. Я приехал на премиум Инстакис. Но вы же знаете, что 20-й год вообще полностью не такой, как прошлый. И даже вот это вот не такое, как прошлый. Я ура! Костичка, Саша выиграл, Костичка. Молодец! Да, покажи, покажи, а что там? Топовый профиль! Тут даже свет выключился от эмоций, и у нас нет эмоций, мы пошли гулять. Все, всем пока. Костичка, а ты у нас кто? Я, смотрите. И, блин, жалко, что это не заснялось, конечно. Но, блин, мы просто не успели снять. Так быстро уходили, что не успели снять. Блин, показывай, кто ты. А я, короче, артист года. И мы с Костичкой поснимали тикток. Я сейчас бежим, потому что очень-очень холодно. Волосам очень-очень что-то. У нас очень дорогой плов. Еще мы наснимали очень много тиктоков на Красной площади. И сейчас вот греемся в кафешке. Всем сладких снов. Ну что же, информативный влог заканчивается. И он заканчивается так же, как и в прошлый раз после Insta Kids. Но на этот раз я уже даже получил наградку. Я крутой? Я же крутой, да? Да, прикиньте, этот чербек меня, короче, разыграл. Завтра зима. Нет, посмотрим, что же будет зимой. Там все так классно лежало и... Ну, Костичка, как всегда, информативный влог продолжается. Я так понял, что информативные влоги и я, это вообще никак не связано. Мои влоги такие неинформативные. Я не знаю, что с этим делать, так что я надеюсь, что с этой зимы я начну делать совершенно по-новому. Выйду на новый уровень, и вы увидите нечто новое. Мы перейдем в новую эру новых влогов. И все будет по-новому, все будет очень классно. И я буду кушать люля-пап с цыпленком. Костичка уже все заканчивает. Ты нашел что-то? Смотрю продукты.
Что ты нашел? Пасту с морепродуктами. Ну и у меня сейчас такое хорошее настроение. Я наконец-то опять в Москве. И здесь так красиво, просто посмотрите. Мы сейчас находимся. Вот, Пятницкая, 59/19. Я не знаю, зачем я это снимаю. Козечка, как тут красиво, офигеть. Я как будто первый раз в Москве приехал из какой-то деревни. И зачем я это снимаю? Можешь так назвать блог, и зачем я это снимаю? Зачем я это снимаю? Зато я знаю зачем, потому что тут красиво, вот. А мы тут типа клип снимаем, Костичка! И после съемок клипов мы ворвались с бандитами в Black Star Karting. У нас сегодня очень продуктивный день, вот сейчас поедем опять кататься. Новая квартира, новая еда. Новая подружка. Я не понимаю, как всегда, что здесь происходит, но самое главное, что всегда со мной какие-то вот такие вот человечки, с которыми мы ездим на тусы, и я даже не знаю, что будет с этим влогом. Как же все непонятно. Артем, снимай. Сейчас я подведу итог. Сколько вас? Мне очень не понравился этот влог. Я хотел заорать Инстаграм, но в итоге у меня всего лишь 91 тысяча подписчиков сейчас, и я остановился. Я хотел крутого контента, но эти дни у меня прошли скучно. Я просто снимал видосики для ТикТока. Все классные люди куда-то подевались, были только какие-то скучные. Ладно, обещаю, что следующий влог будет намного информативнее и круче. И я не совсем так сказал, я просто читаю по тексту, у меня уже голова не работает. Ребята, следующий влог будет пушка. Люблю вас, подписывайтесь, ждем новый влог. Конец влога. Всем пока, всех любим, целуем. Все ссылки в описании на все мои соцсети. Целую, люблю и... Переход! Куда сделать?